Приветствую вас, мои дорогие, с вами Жанна Фетисова. Сегодня я хочу поделиться покупками, которые мы сделали с мужем в IKEA. Этот магазин есть во многих городах и странах, поэтому если что-то из этого видео вам понравится, то вы без труда сможете приобрести это в своем городе. Покупок довольно много, поэтому давайте скорее приступим. И первое, что я хочу вам показать, да-да-да, вот такой вот поддон. Но я приобретаю их не для посуды. И догадайтесь, для чего? Конечно, друзья, под косметику. Сейчас я занимаюсь организацией пространства в своем косметическом уголке. Косметики, как вы уже знаете, у меня довольно много. Складывать это все, конечно же, куда-то нужно. И поэтому я организую пространство вот таким хитрым образом. Стоит это все очень-очень недорого в магазине IKEA. Такие вот поддоны, он, видите, довольно большой. Удобно убрать в любой, в принципе, ящик. Положить туда можете все, что угодно, от швейных принадлежностей до канцтоваров. То есть это фактически хорошая вещь для организации пространства. Следующие штуки, которые я ужасно люблю, как вы, наверное, уже поняли, это такие салфетки для стола. Они жесткие, как вы видите, они держат форму. Очень красивые, мне они очень нравятся. Вот из-за такого вот, немножко дуохромного, даже не знаю, какого такого цвета, смешения нескольких цветов, они очень красиво смотрятся на деревянных столах. Чеки в IKEA выдаются вот в таком виде, просто ужас такого размера. То есть тут в чеке название, представляете? Поэтому я не могу вам точно сказать, но что-то в районе 150 рублей за штуку, вот такие вот салфетки. И следующие варианты тоже для организации моего пространства в косметическом шкафчике. Это в два вот таких вот контейнера. Те, кому нужны в маленькие шкафчики, вот у кого небольшой, да, шкафчик, кто живет, например, один. Смекер. О, название товара Смекер. Вот тут хотя бы есть название товара. 69 рублей одна штучка стоит. Очень удобная вещь. Карандаши, помады, и все вместится. И какие-то мелкие детали. Отлично. Такая вот чашечка. Вы знаете, я приверженец вот таких вот молочного цвета чашек. А название как будто какое-то чудовище из сказки. Вардаген название чашки. Кстати, давайте посмотрим, сколько она стоит. Я ее взяла, даже не смотрела. 99 рублей она стоит. Она устойчивая довольно. Не люблю совсем, знаете, вот такие вот прям треугольные чашки. Они очень часто, к сожалению, переворачиваются. И когда быстро моешь посуду, либо как-то быстро так не глядя ставишь их из посудомойки, они очень часто на бок и портятся. Я стараюсь приобрести вот такие вот более круглые, такие более устойчивые чашечки. У меня разбилось зеркало. Очень оно было, честно говоря, неустойчивое, знаете, вот такое вот шаталось. И поэтому я приобрела вот такое вот зеркало. Выглядит вот так вот. Посмотрите, вот здесь вот рисунок. То есть оно стоит на ножке. Я думаю, что у многих вы, наверное, его видели. Оно очень удобное. Похожее зеркало я вам показывала в своей туалетной комнате. Но оно вот такое вот раздвижное от стены. Рэнсум называется. Просто какой-то японка себя чувствую. Такие, честно говоря, странные названия. Сколько стоит трансум? Зеркало это стоит 399 рублей. Стараюсь называть вам цены, потому что, ну, например, многие могут думать, что это очень дорого, IKEA это очень дорого, и поэтому просто туда не приезжают. Нет, на самом деле, там есть вполне недорогие товары, очень удобные для дома. А многие, наоборот, кстати, знаете, бытует еще мнение, что IKEA это очень дешево. Нет, ребята, вы знаете, мы посмотрели мебель там, гораздо дороже, чем мы приобретали более даже качественную мебель в других магазинах. То мебель там не очень дешевая, а вот такие вот вещи можно приобрести очень и очень дорого. Следующая очень нужная для меня, как для хозяйки вещь, это вот такая вот тоненькая, видите, совсем прям тоненькая лопатка, которую легко поднимать котлетки, отлеплять блинчики, вот такая непригораемая, потому что у меня вот такие довольно плотные лопатки, тоненькая, к сожалению, осталась только мельхиоровая, и, как вы понимаете, она царапает. Да, очень фантазийное название товара, IKEA. 199 рублей. Еще что я приобрела в этот раз в магазине IKEA, это вот такое вот ситечко, которое кусается. Я завариваю чай для всех, то есть целый чайник. Мы пьем с дочкой зеленый чай, а муж пьет черный. Поэтому для него эта ситечка будет очень полезна. Он любит хороший черный чай, именно рассыпчатый. Забавное название Идеалиск. Вораживает, как Эллочка-людоедочка. Стоит оно, смотрю сейчас в чеке, 59 рублей. В общем, не взять это было невозможно. Я знаю, что многие приобретают полотенца, такие небольшие, для кухни, для лица, именно в IKEA. Там очень красивые расцветки, смотрите, какая прелесть. А здесь по два полотенца в комплекте.
30 на 50 сантиметров полотенчики. Все они у нас в цветах, потому что мы еще цветы покупали. Это Guerin. Вот такие вот два полотенца стоят 99 рублей. Такая вот бамбуковая штучка. Есть у меня уже одна на кухне. Я очень часто снимаю на ней влоги. Раскрыла, чтобы показать. Одна вот такая вот салфетка стоит 99 рублей. Из натурального дерева. Смотрите, какая красота. Умоются вообще без проблем. С них легко стряхивается какой-то мусор. Замечательно, я считаю, просто даже украшение для любого стола. Так, и следующее, что мы уже не раз приобретали, но дети нам немного их испортили. Такие вот пробковые подставочки под горячее. Здесь три штуки в комплекте, такие у меня уже есть. Ну и, соответственно, я хотела просто поменять, более новые купить, так как нам их немножко погрызли. Они такие довольно мягкие, они натуральные. Называются они «Хит». И стоит это 129 рублей весь вот этот комплект. Не первый раз приобретаю. У нас есть такие же стаканчики, но подлиннее. Эти поменьше, плотнее немножко. Всех цветов, видите, все цвета радуги. Очень здорово будет, если вы устраиваете праздники для детей на день рождения. Называются эти стаканчики вот так, Colors. Стоят они 129 рублей. Отличные, очень красивые, смотрите какие. Немножко полосатые. Очень симпатичные. Я думаю, следующая вещь есть у очень и очень многих. И у меня она тоже есть, но на другой квартире. Это, конечно же, организатор пространства, да. Многие используют его для пакетов. Купила эту штуку, если я смогу теперь ее собрать. Я смогла это сделать очень плотное. Значит, собирается она вот так, для тех, кто ни разу не видел такие организаторы пространства. Варьера она называется. Ну, в общем, здесь как собирается, все написано сзади, есть инструкция. Здесь налеплен двусторонний скотч, вы снимаете защитную пленку и приклеиваете к стене. Для чего я ее приобрела? Для туалетной бумаги. Я вешаю в каждую туалетную комнату по вот такой вот штуке, прямо рядом с держателем туалетной бумаги. И все будут знать, где можно взять следующий рулон. Для пакетов вы тоже можете, естественно, ее использовать. Подгузники, например, детские, прикрепляют к детской кроватке. Универсальная вещь, я ее вверх ногами держала. Вот она еще вот так снизу закрывается. Эта штука точно под пакеты. Не могу ее собрать сама никак, пробовала, наверное, нужно оставить до прихода мужа с работы. В общем, у нас довольно много пакетов из онлайн-магазина, заказываю продукты с доставкой на дом, они приезжают все очень хорошо упакованы, пакетов просто миллион. Я вообще не помню, когда я последний раз покупала какой-то пакет, но только если с собой взять забуду. Они вместятся только вот в такой вот огромный держатель, но, опять же, вы можете использовать его по своему усмотрению. Использовать под бумагу, например, под салфетки на кухне, ну, что угодно сюда вмещается. Точно так же защитная пленка снимается, и он прикрепляется к любой поверхности, просто приклеивается. Кстати, когда вы его отрываете потом обратно, он не оставляет никаких следов. Ну, конечно, мы не могли не пройтись по вкусненькому. Муж сказал, что нужно все попробовать. Уже на нейтральной территории, рядом с кассами, магазин продовольственный, Икея. Вот шоколад, называется он Марабу. Огромная плитка, здесь 250 грамм, еще пока не попробовали. Только я вижу здесь карамель внутри. Вероятно, я даже пробовать не буду, для меня это очень сладко. Но дочка и муж, и мама с удовольствием, я думаю, его съедят. Как они вообще по вкусу? Кто пробовал, напишите, пожалуйста, по поводу шведского вот такого вот шоколада. Шоколад этот стоит 199 рублей. Не дешевый, конечно, но он и огромный. Так, все, просто написано «шоколад с орехами». 79 рублей вот такой шоколад. Тоже еще пока не пробовали. Я, честно говоря, все просто спрятала, чтобы показать вам, потому что это все бы уже съелось за один день. У меня муж и дочка такие сладкоежки. Купили джем. Один брусничный джем и один джем вот такой вот. Стоит эта баночка 249 рублей. Да, не дешево, но муж попробовал один из таких и сказал: о, как вкусно. Единственное, что очень сладкое. Обратите на это внимание, кто любит сладкое, вот оно. Очищенный миндаль, очень удобные, кстати, пакетики. Жареный подсоленный миндаль, 60 грамм, очень удобно брать с собой куда-то перекусить. The small thing that makes a big difference. Ну, я так понимаю, это засушенные кусочки яблока и клубники, что-то такое. Пока еще тоже не открыла, надо будет попробовать, потом вам скажу. Вот такой вот столик еще мы приобрели. Как вы видите, у него есть второй этаж. Это массив дерева.
очень красивый, хороший такой срез. А лаком он не покрыт, я так понимаю, просто сильно зашлифован. Кстати, вот видите, я собрала зеркало, очень удобное, высокое довольно. И уже, как вы видите, салфеточка на нем лежит, та, которую я вам только что показывала. У него довольно мягкие подкладочки внизу, но мы еще дополнительно купили специальные такие ножки, которые прикручиваются отдельно, чтобы он не царапал пол. И этот столик стоит в районе 3000 рублей, ну, в общем, 2900 с чем-то. И последнее, что я вам сегодня хотела показать, это вот такой чудесный кустик кофе. Представляете, окей, я купила кофе. То есть это кофе арабика, смотрите, какие красивые листики. Я побрызгала его специальным тоником, показывала вам этот тоник в своих находках. Посмотрите, пожалуйста, кому интересно. Таким образом, после этого тоника, видите, они так блестят, и к листикам не прилипает пыль. Вот такая красота. Надеюсь, видео было для вас полезным. И если вам нравятся такие видео, дайте мне, пожалуйста, об этом знать. Спасибо, что вы были со мной. Я желаю вам удачи и будьте благодарны за все, что имеете. Пока!